Элементарная физика. Геночка, ты такой умный! Пожалуйста, сделай мне домашку по физике. Спасибо, Геночка! Ты очень добрый! Держи! Не знать таких элементарных вещей! Хотя, тебе простительно. В смысле? Что значит мне простительно? То и значит, все вы девчонки... А, ладно, забудь. Нет уж, договаривай. Ты хотел сказать глупые, да? Да мы... Да я твою физику в два счета выучу. Хм, маловероятно. Скоро вернусь. Так, закон всемирного тяготения. Нет. Поищем другой способ обучения. Выучить за 5 минут. Ага. Ага, нет. Не то. О! Обучение во сне. Ну все, Генка. Держись. Сила гравитационного притяжения между двумя материальными точками массы М1 и М2, разделенными расстоянием, пропорциональна обеим массам и обратно пропорциональна... Фу, что за бред? Ла-ла-ла-ла-ла, мы как солнце и луна. Ла-ла-ла-ла-ла, мы пойдем вдвоем туда, где... Сила притяжения, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла, между двумя точками, как солнце и луна, где кончаются снега, где прозрачная вода, где цветные облака, и обратно пропорционально. Вос, ну откуда я знала? Ладно, не дуйся, я знаю способ получше. Геночка! Я выучила твою физику и готова поделиться с тобой глубочайшими знаниями, чтобы ты осознал, что девочки поумнее некоторых будут. Ну что ж, начнем. Итак, закон всемирного тяготения. Сила гравитационного притяжения между двумя точками массы М1 и М2 – разделенными расстоянием пропорционально обеим массам и обратно... Хорошо. А закон сохранения энергии? Скоро вернусь! Закон Паскаля. Жидкость и газ передают производимое на них давление во всех направлениях. О, направлениях одинаково. Масса. 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 Количественная мера инертности тела. Количественная мера инертности тела. Хорошо. Амплитуда колебания. Они так быстро. Наибольшее отклонение тела от положения равновесия. Хм. Давление пара. Зачем с темы на тему бегать? Все, нашла. Ой. Да так, что-то в горло попало. Давление насыщенного пара зависит от температуры. Масса. Уже отвечала. И изменение формы тела. Тело сохраняет свой объем, но легко меняет форму в жидком состоянии. Сдаюсь. Спасибо тебе, телефончик. Спасибо, Лиза. Роза, Роза, я записал тебя на городскую олимпиаду по физике. Ты единственная девочка среди участников. Поздравляю. Спасибо, Лиза.